Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Toyota Camry 2007 года выпуска. Пробег на автомобиле 199 тысяч километров. Двигатель 2.4, бензин, автомат, передний привод. Попросил хозяин заменить лампочку на подсветке переключения передач, где подсвечена парковка, нейтралка, драйв. Говорит, светилось и потухло. Залажу салон. Вот здесь вот подсветка этих обозначений, она не светится, если включить зажигание. Габариты включены. А, нет, габариты не включены. Сейчас включу габариты. Вот габариты включены, а она не работает. Что нам для этого нужно? Откручиваем набалдашник. Здесь он просто откручивается. Открываем бардачок. Снимаем вот эти передние накладки. Просто их стягиваем вперед. Сидят вот на двух защелках. Так, теперь берем с двух сторон, зажимаем и поднимаем консоль сзади и спереди. Снизу вот здесь у нас есть разъем. Нажимаем его и снимаем. Также у нас спереди есть разъем на обогрев сидений. Чтобы рычаг удобнее было снять, переводим селектор в нейтралку. Приподнимаем и подлазим, снимаем разъем. Все. Разъем снял. И здесь разъем на прикуриватель снял. Так. А как оно? А. Здесь получается, вот она одна лампочка. Обычная 1,2 ватта, бесцокольная. Беру новую лампочку, вставляю. И пробую. Включаю габарит. Вот и получается, эта лампочка и отвечает за подсветку консоли. Вот дальше все в обратной последовательности. Сложного тут вообще ничего нету. Одеваем разъем. Одеваем второй разъем. Защелкиваем. Накручиваем набалдашник. И защелкиваем вот эти накладки. И проверяем. Все светится.
видно сбоку плохо. Если вот так вот посмотреть. Вон, зажигается на улице светло сейчас. На этом замену лампочки подсветки консоли я закончил. Всего вам доброго.